экране, на котором сама Дота, поэтому не могу свернуться, блядь. Я тебе говорю, потом. Уже включил, блядь. Блядь. Я тебя, блядь, не заставлял. Там закончился бы файт или чё у тебя там. Потом подрубил. Хули ты орёшь, блядь, как резаный. Я ору, блядь, поднимись, уёбище. Это не тебе было, блядь. Секундочку. Что-то в Дилас. Я просто легко, ты горячий товарищ, как ты же, блядь, знаешь. Ты же, да, ты же этот мексиканец ебучий, горячий, с усами, блядь. Ну, тут как бы разъёб идёт, чисто полный разъёб идёт. Тотальный! Тотально нечеловеческий разъёб. Да, от тебя особенно. Такой прям воин. Прям видно, знаешь, 227. Все время, наверное, фармил. Ну, по выигрой. Вот сейчас вышел на битву. Понял. Не, ну типа это... Сейчас же снова алхимик играет не через манту Октарина, а играет типа ты собираешь радианс на фарм, а потом идешь. Потом идешь до Кирас. Ну там типа по-разному. Я Сашу Яшу вот сюда помню, например. Аллах или не Аллах. Не Аллах. Или там. Да сейчас все так играют. Сейчас все так играют. А почему? Ну потому что манта Октарин сейчас медленно слишком. Сейчас лишь немножко более боевая мета, и он и такой химик, но его можно забрать иногда, но он в большинстве случаев будет немножко медленный и бесполезный, он слишком медленный. Так а что поменялось? Но более быстрая игра, более быстрая игра, более на темп нужно держать. Что случилось? Я говорю, что случилось? Обновление. Еще раз ничего не слышу. Говорю, обновление нет. Тогда какого хуя? А что с обновлением? Что не так? Ну, после обновления обычно метами. Да нет. Что да нет? Я не понял. Просто так. Мета меняется зачастую посреди обновления тоже, как бы, здравствуйте. Но суть в том, что обычным алхимиком, ну, Радианс Октарин, он, в принципе, не был очень сильным давно, и уже достаточно давно появился такой алхимик. Ну, относительно давно. Он немножко модифицировался просто, то есть оттуда убрали Октарин, манта играется иногда, в зависимости от одной стены нужен, ну, сам он сбрасывать, если ты не хочешь БКБ. То есть его немножко поменяли. Ну, эволюция. Блин, просто. Просто эволюция. Свенас, типа, уже добыл? Свена? Какого Свена? Из джангла. Да, не помню. Дядя, этот... Отдай. Нет, не добыл. Отдай. Ну отдай. Во-первых, я тебе не отдам. Я сам его себе возьму, во-первых, это раз. Ну, я еще не добыл, мне надо просто на своей от этого выиграть еще. Блять, он же охуенный. Ну, он хорош, но я тебе не отдам, мне нужен для самого. Они продаются или так тоже надо ждать? Честно, я не ебу сейчас скажу. Не знаю, короче. Вряд ли они продаются сейчас, но я не знаю. Да ладно, есть и получше с этого. Он неплохой, но есть и лучше. Ну он охуенный, блядь, особенно шлем. Это все именно сам сет, понимаешь? Его каждую из шмоток ни с чем другим не получится. На Свена есть... Ну я говорю, на Свена есть и получше, как по-моему. Не, ладно. Вот это же тот же самый этот Battlehawk, вот этот... Не, хуйня полная. Ебись. Циклоп ебучий, полная. Циклоп только ради этих. Циклоп, но он обычный. Мне нравится только то, что он иконки меняет. Это единственная причина, почему я его ношу. Вот этот Battlehawk охуенный. Ледяной, ну, тоже неплохой. Добра, по сравнению с там тем, дохуя. Который... Нет, Шангле, нет. Это полная хуйня, все. Кз. Есть, нас вина очень много, вот этот хороший даже.
Там на него дохуя хороших, на самом деле, сетов. Ну, плюс 11. Нормально, нормально поиграли. Заебись. За плюс 11. Батл за плюс 11, ебать. Ну, конечно, блядь, как бы у нас в команде Divine 6, Divine 6, Divine 7. Immortal, у противников Divine 3, Divine 3, Divine 5. Ну, блядь, ну, как бы, чего я ожидал, как бы. Еще у меня в команде на линии был Антон 420. С тремя восклицательными знаками. Антон. Да. И он Immortal, он сыграл 10-1-10. Антон ебашит нормально. А, ну и плюс сейчас алхимик в сейфлейн вернулся. Это самое главное, типа, так что теперь мне на нем удобнее играть. Пойду, на контроль... Пойду, блядь, на контроль войны сыграю. Почему я зашел на маги? Как я попал на маги? Я нашел на воина, попал на маги. Подкрутка, блять, подкрутка. Пересмотри стрим, Алёша. Я, наверное, не заметил, что у меня стояло на маги, но все же. Я сбросил нову, мне дало нову, блять. На мулигане, что? А я, конечно, не такой маленький шанс. Это лос прятался, или? Почему? Ну, это все знаки, типа воин, маг, там вся хуйня. Брал, вернулась, это все тупус. Ну так это хуёвые какие-то знаки. Тебе надо еще знаков? Ну, это просто как-то, это, ну, какая-то это... Тебе надо знаки с value, да? Я тебе скажу знак, который бы я принял, это если бы я взял кого-то своего этого, ну, старого хантишку, которым я играл, когда деки нормальные собрал какие-нибудь. Чего? Если бы, если... Если бы мне дало ханта... Ебать, нормально у человека второй-третий ход, два квест-эксплорера, два добора, блядь. Заебись, чё? Чё, блядь, он роляет? Миша, вырвет лузер. Дядя сейчас будет крутить циклончика на раз, два, три, четыре, пять... Минимум пять спылов. Один на похуй на твой циклон. Хотя если ты достанешь какие-то, да. Что-то жесткое. Ну, добор карт это. Типа у него спилов нет, поэтому да, лучше, наверное, добор карт. Типа там консекрейшн, что еще? Ничего. Дерьмо какое-то, блять. Конечно, можешь взять deal one damage, но... нормально. Так, а где циклон? Почему не под циклоном, Лёля? В смысле? Почему не под циклоном? А, точно, блять, я долбоёб-то, я... Он за ноль же. Ага, да-да. У меня в голове, блять, сейчас произошло пиздец. Да, циклон очень жесткая карта, дохуя вылет. Да.
Это просто карта для вэлью. Да. Дикая вэлью. Ничего вещеская, блядь! Блять, эта карта специально для тебя, дядя. Понимаешь, ты человек value, блять. Вот знаешь, типа, как киберспортсмены, вот имя, никнейм, фамилия. Вот ты, знаешь, Дмитрий value Курганов, блять. Вот так вот. Вот. Понимаю. Это не ржёт, скотина. Катерафон помойка, честно говоря. Да? Сейчас с твоим ебалом вот на магии случится рафан помойка. Хотя ты можешь потерпеть, потому что у тебя есть... Да у меня все хорошо. У меня вообще все заебись сейчас. Да, меня начнут ебать сейчас яйцами. У меня как бы Антон пришел в руку до того, как все стало за единичку, но все же. Бля, сейчас он сделает копию таунта, либо еще что-то жесткое. Да. Вот это я понимаю, сейчас высер будет. Великанов нету, подкрутка или? Ну, не в одних великанах жизнь. Как бы на пятый ход луна это лучше. Ну, понимаешь, дядь, в этой игре именно великана. Ну, великана, он успеется, не волнуйся. Ну, окей. Тебе бы AOE damage какой-то нарыть как-нибудь. Типа то, что фриз это хорошо, но там таунт. Тебе надо их как-то убить. Блять. Делал он дэмэдж. Пусть будет. Ну, зачем ты не... Почему ты не затрейдил циклончик? Не хочу. Ну, типа, вот. Зачем? Они все равно заморожены. Зачем мне сейчас этого было делать? Ну, понимаешь, ты... Чтобы брать таунт... Ты тратишь на ход больше, понимаешь? Что? Но на ход больше ты тратишь. Сейчас бы ты убил, и потом бы на next ходу сразу... Еще. Я ничего не понял, честно, прости. Опача, Рено. Нет, для мага это сложный матчап, на самом деле. А, то есть теперь ты говоришь, что это для тебя сложный матчап? Ну, для мага это более сложный матчап намного, чем для велик... Ну, как он называется, воина. Слушай, пожалуйста, прекрати просто. Играй уже, хорошо? Бля, я сейчас на тебя нахуй пошлю, честно, блядь. Чел, ты сначала говоришь, что у меня все заебись, типа. А, у меня все матчап. Заебись, ты но... Купи, блядь. Но, да, только почему-то ты вспомнил только об этом сейчас, когда он начал плодить яйца, блядь. Ао, у меня все заебись. Лично у меня. Ты понял, о чем я имею в виду? Чел, прекрати, пожалуйста. Бля, я ищ...
Заинтересованными стонами, проводами, аксонами закольцованы, скованы. Враги, обращенные, залегленные криками, выкрики, выкрай, как каркас. Нас разбили пробелами, краски черные, белые, закрепили проблемами списки. Терминалы Лондона нас не ждут, туманы, когда маканный флаг на семи бедрах, но мы Как дела здесь? Ничего. Почему ты так горишь? Блять, ну иди нахуй, блять! Что я тебе могу сказать, блять? Охуеть, блять, пиздит человек, блять, пиздит, блять! Ну что я могу сделать, блять? Сидит, блядь, и душит, блядь, и что он хочет, чтобы я, блядь, что делал? Не горел? Сидит, хуйню несет, блядь. Да не гори ты меня! Пошел нахуй! Че, говоришь, у меня горит, если у меня не горит? У меня, блядь, горит нахуй, блядь, потому что ты долбоеб. Немножечко. Блять, а где же твои слова? Мне похуй. На что? Ну тебе ж ну все похуй. Да, мне похуй. Когда мне несут в уши, блять, я тебе это сказал. Про что я говорил на похуй? Про что мне, про что я говорил, что мне похуй? Я ничего не помню уже. Ну, на все. Ты же, ты, ты,
что ты говорил, мол, я долбоёб, мне похуй на все, что такое. Это было не сегодня и не вчера. Бля, я не помню, это мне ничего не понятно объясняешь. Может, я говорил про то, что мне похуй на тиммейтов? То, что я регулярно тебе говорю, что мне похуй, что мои тиммейты делают? Что-то такого рода? Да, блядь, ну это в том числе, так сказать. Ну, и? Ну, не только это, блядь. Это в том числе, что я говорю, блядь. То есть, значит, не только это. Я не понял. Леля, просто не гори. Понимаешь, это для того, чтобы у тебя иммунитет был к такому вот, к такой хуйне. Поэтому терпи. Не волнуйся, я в ту жизнь, блядь, горю, я уже привык, так что ничего страшного. Нормально. Просто... Это как бы не последний раз. Кстати, кулачком тоже жестко так топнул. Ну потому что, блядь, ты хуйню несешь, что я могу тебе сделать? Что я могу сделать? У тебя же все хорошо, дядь. Ну у меня все хорошо, но, блядь, ты несешь хуйню, что я могу сделать? Так у меня все заебись, почему? У меня тоже все хорошо, но это не повод нести хуйню. Почему навязать всех пакеев до... Ну, ладно, моя проблема. Меня все равно выебет в итоге, мы все знаем, это, все это понимаем, все вообще все знаем. Мы умные, блядь. А, я хочу Зиликса давать, нет смысла. Хотя, может, надо было. Ну да. Красиво, ебать, красиво. Вообще всюду попал, блядь.
Ох, нормально. Нормально играет пацан. Дядь, у тебя бы сгорело, если бы этот чел спиздил бы двух таунтов? Нет, потому что у меня есть два брауа. Ну, потом еще будет под дрожжеглотов высирать, блядь. Ничего, у меня второй верпас еще будет. Ну. Для третьей армороли неплохо, неплохо. Кстати, я неправильно сделал, и поэтому я обосрался. Очень обосрался. Нам было, я неправильно сыграл. Очень, я долбоёб. Кретин, блядь. Бывает, дерево, бывает. Ну, если ты хуй сос, то да, бывает. Ну, бля, дядь, это ж не я делаю. Ну, мы все понимаем, кто же тут же делает. Хуй сосет там все дела, понимаешь, чтобы мы все знаем. Дима, за не шифруйся, все знают. Знаешь, вот ошибся и справился. Хорош. Ну и за треки все. Ну, так и собираюсь сделать. Дух или клаки чем не надо. Не, не надо. Пусть будет. Ну, сейчас мы будем сидеть и ждать 2 минуты, пока как бы... пока оно все сыграет, сейчас... А, блядь, 10 минут ожидания, блядь. Потом браво! И... Он мне не смог выбить ни одного браво до того, как он это делал, так что... Чё-то как-то немного. Я ожидал больше. Ладно. Если я не ошибаюсь, этот живот раньше был 9-6, да? Нет, по-моему, всегда был 6-6. Ну, насколько я помню. Ну, и насколько я знаю, не знаю. О, это охуенная карта. Какая? Вот этот элементаль, которого сейчас рерольно. Ну... А, ну да, но он охуенный только когда у него есть Battlecry сыгранный. А так-то... Блядь. Да ладно, блядь. Ух ты ж, сука, гений. Ликвипедия, блядь, ходячая. Стоит, блядь. Я не буду отдавать 2-5 шоу с вами, сейчас может что-то еще у него быть. Там же ресурсов уже, ну, нету. Ну, у него полная рука, сейчас лакеев еще, не знаю, что он с них найдет, посмотрим. Ну, блядь, что такое лакея, дядя? Что такое лакея? Ну, возможно, найти какие-то спеллы хорошие там туда-сюда, ну, еще может, еще, блядь. Сейчас тут еще нам это пока расскажут за жизнь, блядь, критически.
Вот, смотри, вот рассказ за жизнь пошел, блядь. Человек начал рассказывать за жизнь мне, если что. На что он высрал? Ну, он просто, он высрал вообще все. Блядь, ёб твою мать. Ну это было сильно. Наоборот, сначала брал, потом пятерку. А нахуя? Потому что я не хочу браву, потому что я сделал то. Он всех задамажил и все. Ты что, все равно понимаешь, что это долбоплей? Это идеальный плей, зачем это было бы долбоплей? Это долбоплей, потому что... Он мог не попасть, я понимаю, но все равно. Да, тогда бы я браву отдал. Если бы он не попал, я отдал браву после него и все. Поебал бы скорее с большой вероятностью. Ну да, ну как бы, ну это шанс не использовать браву. Нужно мне 10-10. Нет. Ну. Если у него нет ремунглов, типа, ради стоп. Не, потому что, ну, я хочу обилку юзать, типа, каждый ход, а потом уже Элизиану скоро, и, ну, я не думаю, что есть смысл. Ну, как хочешь. На этот ход я бы его не мог сыграть, если вот у него идет уже армор выше, мне, кстати, я 5 раз, по-моему, армор за игру льнул. На фатиге он первый, а у тебя все, у тебя все заебись. Может, 5-7 с Рашем? Не. Душит лакеями, блядь. Нахуя? Походу поплавал после горения. Почему? Какая просто нет разницы? Какая разница? А, консицию сделал. Ну не, он этот шаман не играет Элизиану, это же не контроль шаман, так что у него не было шансов. Какая разница? Нихуя, чел там, наверное, магия топ-10. Нормально, да? Что это звук? Это зевок был. А, я думал, это ты дуешь, типа топ-10. К
Кстати, я Эмбера выбил, наконец-то, блядь, имморталка на Эмбера, блядь. Поздравляю. 74-го кейса, блядь. А, трекич, блядь, трекич. Трекич, я же хотел тебе трекич. А, посмотри весь клип. Он заебись. Ну... No, you're not, man. But in order to run the proper procedure, we're gonna need some type of deductible to even start the process. What am I supposed to tell my mom then, man? I'm supposed to just let her die? Listen here, Mr. Hobson. I hate to be the bearer of bad news, but I don't make the rules. I'm so sorry. Man, but... Это типа следующий его трек или как? Нет, это ну какой-то достаточно, ну он не новый. Я не знаю, сколько он старый, но он не новый. Три года ему. Но очень мощный трек. Я раньше не слышал. Клип смотри, блядь. Да что мне этот клип, блядь, какой-то перестрелки, блядь, я такой в фильмах до хуя раз видел. Да охуенный клип. Суть в клипе, блядь. Типа, он там забирает бабки. Да смотри до конца, блядь, клип. Much that anybody else could tell me. I'm the only nigga living in my shoes and this shit is overwhelming. I travel earth like a lost soul. Fire's burning as I rot slow. There ain't many I can vent to in this world. I got family, but we not close. So I tell my story through a hot song. You all know to get your popcorn when I hit you with the ill mind. Neverland, that's a place you know we not going. It's a struggle and pain about me always being stuck in the rain. To be honest, I don't want it to change. I'ma take it to my deathbed up until nothing remains. I'm a daddy's way, I'm a daddy's way. Oh yeah, oh yeah.
Что досмотрел? Ну да, досмотрел. И как? Я же тебе говорю, я такое, блядь, в фильмах видел миллион раз. Но трек неплохой, я его добавил. Бар, закрой. Они меня бить не будут. Лис не тронули. Близ, я смотрю, с ними прямо Опа! Ты тут такой рандом с этой десятки у мага, который типа Йоксерона. Блядь, я что-то прорвал. Но она не типа Йоксерона, она как и есть Йок, только на фиксированное количество спелов. Сука. Я тебя удивляюсь, блядь. Как ты себя терпишь, блядь? А что не так?
Нахуй ты мне это рассказываешь? Блять, ну ты сказал, что это не совсем точно, я уточнил. Что вы не так? Ой, блять, не, лучше, честно, знаешь, вот... Прежде чем... Прости, что-нибудь говорить, сука, думай головой. Да подожди, ну ты сказал как? Я говорю, это не как, это точно так. Блять, я знаю, что это как йог, долбоёб. Иди нахуй. Ебать, знаешь, типа как, ты не напоминаешь, типа, школьника, который, вот знает, и ему нужно, сука, вот тянет руку, сука, в школе, блядь. Я хочу ответить, блядь, хочу ответить, сука. Мне просто тебя поражает, Димас, как ты себя терпишь, реально? Я не знаю, я вроде ничего такого не делаю, плохого. Это, знаешь, это неплохо, это мерзко, блядь. Бля, у меня всегда так было. Понимаю тебя, понимаю. Так я вас спрашиваю, блядь. Что? Всегда ли так было? Или это новая стадия деградации? Не знаю, деградация ли. Но так было не всегда. Странно. Ну, не знаю, может пройдет. Все надо надеяться на лучшее. Хуйню несу. Чисто. Охраняйте заряды. Странно. Ну так громко. Граната нас больше не потревожит. Ставлю по словам, а по делам. Докладываю, врагу известно, где заряд. Колючку поставит. Блять, хули? Странно, блять, раза в два громче, чем обычно. На клавишу, блять, на какой-то нажал. Нет, ну я вот именно проверяю, что типа, что проверил настройки звука такие же, как всегда, как всегда. Спецдевайс есть. Как ты здесь тихо? Забэмил еще, топ-11. Нормально, чел ебашит. There's a cabana like 30 HP. I had the shotgun equipped, it was not bad. I can trick Penny with the phone. Оперативник.
устранена. What? Is someone gonna search for a ranking then leave? It's not even unfair. Не дайте врагу пройти. Остается 10 секунд. Есть. У вас 5 секунд. Входите. Враг знает, где искать взрывчатку. Остановите его. Готовы спецкамера. Граната нас больше не потревожит. Датчик пульса активировал. Активирую датчик. Магазин в меню! Веду поиск. Меняю магазин! Я не узнал. Провал. Заряд обезврежен. А! Я долбоёб, блядь. Это тот, который лежал. Retarded. It was the one that was down. I downed him. Kind of won the game. Долбоёб, будьте начеку. Всем-всем. Враг обнаружил взрывчатку. Граната нас больше не перспективна. Враг знает, где находится заряд. Будьте начеку. Oh.
10 секунд. Еще 5 секунд. Враг обнаружил заряд. Спецдевайс активирован. Стену усилила. Противник жив. Заряд отключают. Уничтожьте деактиватор. Найдите заряды с помощью бота. Разведбот нашел заряд. Секунд. У вас еще 5 секунд. Найдите заряд и обезвредьте его. Не теряйте бдительности. Вы потеряли деактиватор. Удалось вернуть деактиватор.
hey, let's not ban Clash, you know, like, that's my main. Please. Oh, by the way, mic check. Нужно отыскать заряд. Всего 10 секунд. Are they up here? Осталось 5 секунд. Цель — обезвредить взрывчатку. Вы обнаружили заряд. They got Cav, they got Jaeger, they got Mute. Cav's going back in. Противник устранен, задание выполнено. И бой.
найдите заряды с помощью бота. Basement. У вас всего 10 секунд. Начнем через 5 секунд. Заряд следует найти и обезвредить. Вы потеряли деактиватор. There's a mirror window here. Вы обнаружили заряд. Ставлю заряд. Срываю. Кидаю гранату. Деактиватор снова у нас. Остается 15 секунд. Один противник жив. Еще 10 секунд. Взрывчатка обнаружена. No time. Остается 5 секунд. Время пришло. Искать заряд.
вас всего 10 секунд. У вас еще 5 секунд. Разведбот нашел заряд. Найдите заряд и обезвредьте его. Не теряйте бдительности. Победа. Противник нейтрализован. Да, блять. Пусковая установка, которая изничтожит человечество. Будьте начеку. Меня пугаешь, пидорас, говно ебать. Monty, up here, Doc.
Rook. Rook, come in. Monty is half HP. Next time, let's not go big. Будьте начеку. Заканчиваю укреплять стену. Установил. Ловушка есть.
Я пустой, прикройте! Взрывчатка обнаружена. Жив один оперативник. Будьте начеку. Поставил колючку. Здесь никто не пройдет. Враг знает, где находится заряд. Будьте начеку. Гаджет активирован. Остается 10 секунд. Еще 5 секунд. Враг знает, где искать взрывчатку. Остановите его.
the Overwatch legendaries. We've shown you 8 so far. Here are 4 more. Let's have a look. First off, he's been dubbed the Australian Joker, an explorer than blowing fun here at that time, and put it straight into Blazer Minion, negate his battle cry, second to trading, and last one. RIP Tyre. When an enemy minion attacks, deal 3 damage to it and 2 damage to each one. Need to be the when an enemy minion is discovered. Firstly, the German, the manliest character in all of Overwatch, donning his armor, is Reinhardt. This guy, in case of its minions are immune this turn, the immunity you can use to instantly make some favorable trades. And the Mega Taunt is something new. It's an upgrade from Taunt. It also affects spells, but not all of them. Fireball, that's one it will, as its direct target. Ones like Arcane Missiles or Flame Strikes, however, random and area effect, it won't affect. Keep that in mind. Justice will be done! I fight dirty! This guy's certainly for you. His primary frame, the big hook, reeling them in before the slaughter. Now let's hook some cards. He's 5 mana, 3/7, battle cry, force your opponent to summon a minion completely. Could this be the riskiest legendary in the game? Beautiful Korean Star Crown and strongest 6 mana legendaries. She I'm going to own all the gonna release the Death Knight Jonas in the sky. Or mass protest in you
Короче, ребят, ой, стой, стоять и орать. Как насчет объединения? Готовьте свои уши. Блять, просто бред, блять. Да, 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 да. Блять! Аааа, блять! Аааа, блять! Хуёво так долго, это я хочу сказать. Не надо консидать, блять. Ну нахуя консидать, блять? Ну пиздец! Уёбище, блядь! Это, блядь, арена! Ну ебучий Хардстоун, блядь! Давай, 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 давай! Бля, с этого, с ставки уже рнул. Сик, дирижер ебучий. Это, блядь, арена! Алло, уебище, блядь! Это, блядь, арена! Ну ебучий Хардстоун, блядь! Это, да-да, я это видел. Давай, 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 почти все треки я слышал. Понял. Я его тоже не слышал. От этого он хуже не становится. Да, сука! Любишь киберспорт? Ну нет, блядь, нет, блядь, нет. Вот так-то лучше. Ну да. Глориус. Я не понимаю даже, блядь, как он меня стреляет, если я его не вижу. В пизду. Ничего по доте. Ну что еще? Гениально круто сделали. Что с тобой cool стало? Что случилось с парнем, который вставал на карты на своем столе из-за незнания английского языка, который обосрал дилершип? Чего, блядь? Из-за незнания английского языка? Лучшим в доте и топ. Чего, блядь? А сейчас и шоу. Чего, блядь? 250, последней капли стал... который обосрал дилершип. Чего, блять? Из-за незнания английского языка? Лучшим в доте и топ. Чего, блять? А сейчас и шоу. Чего, блять? 250, последней капли стало отключение лайков и дизлайков. Ты что, мне похуй, я верну после стрима. Просто хейтеры обузили, я им наебало насрал, вот и все. Че ты вообще несешь, который вставал на карты на своем столе из-за незнания английского языка? Что? Как там, блять, связан английский язык с этим вообще? Что ты пронес? Донаты 250, донаты 250 давно. Чтобы, ну, не спамили особо. Ты знаешь, что меня на стримах часто донатят? Порой слишком часто, и это ухудшает контент, который и так, скажем, блять, ну, частенько не лучший. А хоть как-то стараться его улучшать, поэтому, ну, донаты побольше. Лежать, сука. Лежать, сука. Плюс сосать. Вектора так и не нашел. Да как, блять, он успел перезарядиться? И у меня оружие еще поменялось. Да ебаный с... И он успел перезарядиться. Ходит, блять, этот куб. У меня проблем не было, поэтому... Футбольчик смотришь? Угу.
5-0 с Вестхэмом. Cool story, Боб. Ну да. Ну они премьер-лигу второй раз подряд выиграли в прошлом году, поэтому... Что я делаю? Да. Бля, почему такой муж? На голову начал если я сильнее чуть ли не каждой командой, кроме Ливерпуля. Но Ливерпуля не выиграли. Типа, они вровень идут с Ливерпулем. Причем с Ливерпулем они в начале этого сезона сыграли 1-1, и потом было пенальти. И только по пенальти они 4-5 выиграли. То есть, да, такое вот противостояние ровное. Понял, понял. А что у тебя там с футбольщиком американским? Твои что-то там ебут, не? Ну, еще сезон не начался, только первые предсезонные игры были. Ну, типа, еще три недели будет предсезонная, а 8 сентября будет первая нормальная игра. А в прошлом сезоне что было? Как они закончили? Полуфиналы дошли. Они же дошли до полуфинала и проебали, потому что, ну, судьи зароляли. Что зароляли? А, ну, судьи... Ну, судьи хуесосы, короче. Понимаю. А место какое? Ну, полуфинал, блядь, полуфинал. Ну, третье-четвертое, считай. А. Как бы ты же не помнишь, мы же вместе смотрели, блядь, я орал, сидел еще. Нет, просто смотри, полуфинал это понятно, ну типа, разве нет у вас не турнирная это? Ну, до этого они заняли первое место в своей конференции. Вышли в плей-офф дошли до полуфинала. Ну, да, типа, просто там другие правила, я не могу тебе объяснить. Правила есть, смотри, 32 команды разделены в две конференции по 16. В своей конференции мы заняли первое место, вышли с первого места, выиграли... Правила есть, но они другие, типа... Ну да, они другие, да, да. Имею в виду то, что нету такого, то, что одна таблица и все команды лиги. Нет, да, нету. Такого нет у вас, я все, я понял. Там скорее как, ну, как если не знаю, ты знаешь, как в баскетболе, к примеру, том же. То есть 32 команды разделены на в американском футболе на 2 конференции по 16, а потом каждая конференция разделена еще на 4 дивизиона дополнительно. Вот. По 4 команды. В плей-офф выходит команда, которая заняла первое место в своем дивизионе, то есть того 4 из конференции, и 2, которые не заняли первое место в дивизионе, но которые имеют лучшие, ну, лучшие, большее количество игр выиграли. И в итоге в плей-офф выходит 12 команд в целом. Ха! Еле-еле, блядь. Так, бля, там уже 5 часов утра, я, короче, попиздовал спать. Давай. Давай, дядя Глэм. Ага, ты когда давай. Там проснешься? Будешь что-то делать? Или у тебя дела есть у тебя, не? Okay. А, нет, завтра нет. Не. Воскресенье, блядь, какие дела? Чилить. Ну, чилить ли, дела. Нет, дела чилить. Буду активно чилить. Понял, активно чилить. Хорошо, давай, до завтра. Давай, до завтра. Скар, что ли, взять? Я подумаю еще. Можно пойти поискать магазин. Какие вы агрессивные, чилики. На словах ты черекью, на делах ты педикью. Твою мать. Ну что еще? Ебать. В октябре выходит новый Call of Duty с упором на реализме с новым Battle Royale. Если тебе понравится, будешь ли играть? ПС у Таркиных товарах пропустил 2 оправы на руны 4 левела. Метка охотника контрит бафы на уворот. И почему ты не вставляешь руны во все шмотки с дырками? У меня нету шмоток с дырками и... Как ты меня назвал? Так, что там было? Сарадипыч? Что такое Сарадипыч? Все, я понял, иди к черту. Ну ты урод, чел. Полезные подсказки, конечно, насчет оправ, но ну ты урод. Это вообще скрытый какой-то хейт.
Ну что еще? Привет, Артас. Часто начал смотреть твои стримы нарезки в дневник по печам. На работе смотрю тебя каждый день по 3-4 часа. Уже нарезки кончаются. Спасибо тебе за это времяпровождение. Удачи бета-выпуск. Не за что. Да и вообще. Очень люблю казаночку, сам не играю. Желаю, чтобы кое сегодня дал. Да, сегодня казаночку будет, скорее всего. Я еще в прошлый раз хотел, у него что-то лень стало. Ну я уже что не помню, еще? Почему. Виталик, я тебя рассекретил. Ты завел стрим не вчера, а именно сегодня, 10 августа 2019 года. Зная, что у тебя много фанов в Москве. Специально, чтобы меньше людей было на митинге. Помнится, ты еще говорил, что СНГ лучшая жизнь по цена, качество и что за границей все хуево. Ну. Ответь, сколько тебе платят, Путин? Че, блин? Сука. Минус я. Пизда мне. Он знает, что я здесь. Ну как, блядь? Ну и блядь! Блять, ну как? Ёбаный рот. Он меня с Вектора убил. Если бы у меня был бы Вектор, я бы его убил сейчас, потому что там пули по ногам летели. С СНГ, короче, мультиплеер дэмэдж, когда пули по ногам летят. Если бы у меня был бы Вектор в этой ситуации, я бы его убил. А у него был Вектор, сука. А по поводу предыдущего доната, по поводу нарезок дневника Папича. Спасибо говорить не мне, а, собственно, дневнику Папича. Я как бы отношения к этим каналам, нарезчикам не имею. Поэтому, ну, это им спасибо. Говори. Это ж не я делаю. И это не делаю, не контролирую. Ничего. Что за хуйня? Что происходит? Я арахид, дебил или кто я? Почему так слабо коцает? Ну что еще? А, не сейчас! Здравствуйте, Виталий Кремль Ботович. Вам пишет администрация президента РФ. Просим прощения, что сразу не рассчитались за перенос стрима. Здравствуйте! Бросьте или не бросьте доту касается только тебя. И больше никого, поэтому ты не можешь быть прав или не прав. Это твое решение, твоя жизнь. Бля, он тоже лежал, и он меня при этом видит. Как, блядь, как? Ну, он тоже лежит. Смотрите, он лежит, я лежу. Но он меня видит, блядь. Ну почему? Ну ебаный рот, я не понимаю. Мы оба лежим, и он меня видит. Почему я его не могу видеть? Я постоянно смотрю в эту сторону, я никогда никого не видел. Он тоже лежит, то есть он тоже, как я, играет. Но при этом он меня видит. Как, блядь? Я не понимаю. Почему я старался еще медленно двигаться? Как он меня видит? Окей, меня видно. А почему, блядь?
пизду. Почему его не видно? Что ж так, блин, пиздец. Что можно было сделать в этой игре? Встать нельзя. Если ты встаешь, он тебя сразу видит. Если ты встаешь, он тебя убивает моментально. Если ты, блядь, лежишь, то он тебя заметил. Что сделать? Там не было другого варианта. Я не знаю, что можно было сделать. Привет, дорогой зритель. Подпишись. Устал от однообразия, а твои скины больше не радуют глаз? То. Квест. Часть квеста. Не доделать весь квест, там длинный квест. Часть квеста. Мне нужно 5 киллов в рендже до 10 метров. У меня вроде 3 килла. Бля, сука. Чел. Мэби баги забрать лучше. А он за баги не идет. Он хочет драться. Меня лагает, я умер. Он только сверху, может быть. Найс хил, челик, пока. А! Гениальный хил. Он был с броней, я вообще был без нихуя, я его вынес анивей. Шепот с дауна. Чё? Ага, мне нашлось дело. Ага, мне нашлось дело. Ага, мне нашлось дело. Патроны кончились к вектору. Бля, патроны к вектору так быстро заканчиваются. Цепь.
конечности, 3D папич. More of a joke card. Could off. What if the list something new to the table? Be fun and balanced. A card. Could there actually be zero mana legendaries then? Would they bring something new to the deck? Zero mana 2/2. In Yu-Gi-Oh, Kaiba had a devastating combo, his Crush Card Virus, which could infect your opponent's entire deck. Whilst Yu-Gi-Oh, we could jump out your hands for friendly. Confused? Don't worry, it's a very version of themselves. Necro, you get back a 2/3 with poison, whilst Trips, you get a 2/3 with taunt. So both work like secrets, but one loves feeling. For the wilds. Fresh meat. Jade Serpent guide you. Lead the frenzy. My hunger drives me. Just about everyone loves feeling the power of playing a 10 mana dragon. And with the latest Deathwing, you can even have two. But how about a baby Deathwing? Well, here's a mini version and also a way to cheat and squeeze in a third copy into your deck. It will randomly pick either the classic or the more recent one. So another dragon for all the dragon synergy, and it's readily available super early. But beware. Last one, Furion's nemesis, the Nightmare Lord, who is able to even corrupt Ysera. He starts off as a little bad dream, but slowly, if not dealt with, becomes an unstoppable nightmare of horror. Lord Xavius, 0 mana, 0/2. Whenever all enemy mana crystals are emptied, deal 2 damage to the enemy hero and gain +1/+1, leeching the life force. Getting stronger and stronger. I've seen this. Delicious. Succumb to the madness! Alright, next up, who could this new warlock can you get?
Apparently Shield Slam is the only warrior tapping, and so you can mass up on your armor. Jack and Emma can't be targeted by spells or hero powers, and so you can mass up.
you think he's being blackballed by the Do you think he's being blackballed by the NFL when we're hearing Blaine Gabbert getting a contract? Mm-hmm.